педагогическом университете города Шадринска состоялись вторые общественные обсуждения проекта благоустройства городского сада имени Кельдюшева. В них приняли участие студенты, преподаватели, представители общественности и заинтересованные жители Шадринска. В своем выступлении Даниил Вольман рассказал, что в основе концепции благоустройства лежит историческая идентичность территории, ее природный ресурс, а также культура единения человека и природы. Идея проекта заключается в возвращении территории к природным корням. Пруд, водный канал, усиление роли пейзажного парка и включение в планировочную структуру лаконичных природных форм, отражающихся в малых архитектурных формах. Главное – это природа данного парка. Наполнение – это фон, создающий атмосферу рекреационной территории. В ходе презентации проекта участники обсуждений могли увидеть предложенные варианты оформления входных групп, освещения, типов покрытия и малых архитектурных форм. Даниил Александрович пояснил, как дизайнеры предлагают проработать принцип многозадачности городского парка, целью которого является гармоничное объединение на территории зон тихого отдыха, активного времяпрепровождения и природного ландшафта. И что касается образовательной части, то есть проекта предлагается, опять же, для обсуждения размещение на территории парка открытой площадки, своеобразного амфитеатра, для того, чтобы можно было просматривать как определенные фильмы, например, исторические в том числе, также проводить лекции и открытые уроки в том числе. Непосредственная близость парка к университету все-таки располагает такой возможностью. Шадринцы, в свою очередь, обратили внимание разработчиков проекта на нецелесообразность установки в горсаду спортивных тренажеров, необходимость сохранения фауны парка и оборудования общественного туалета. Прежде чем планировать, нужно подумать, какие категории населения здесь, значит, будут чем заниматься. Это первое. И второе, конечно, подумать, какие новые виды рекреационной деятельности вы можете здесь организовать. То есть, возможно, это пешее, возможно, это катание, там, не знаю, на лодках, на катамаранах. И почему детская площадка, я так посмотрела, детская площадка у нас при входе направо, она перенесена в другое место, а детская площадка, она остается. Все замечания и предложения горожан будут учтены при дальнейшей разработке дизайн-проекта. Следующие общественные обсуждения состоятся 24 марта в Большом зале администрации города. Напомним, дизайн-проект благоустройства рекреационно-ландшафтного парка имени Кельдюшева будет представлен на всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В случае победы территорию горсада благоустроят в 2022 году.